Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами канал Сельская жизнь, и я Юля. В огороде все цветет, благоухает. Земляника у нас вот цветет вовсю уже, которые первые цветочки были. Уже маленькие ягодки появляются. Там люпин распустился, и Виктория уже цветет. Даже первогодки, кустички, и тоже в цвету. Здесь у меня всходит морковка. Лилии вот уже такие вытянулись, большие. В заморозке у нас даже подмерзла капуста. Но отливаем, вроде бы зазеленели вот серединки. Там вот некоторые еще такие хилые, бедные. Но я туда буду подсаживать. Все кабачки у меня замерзли, вот кроме двух. Все 11 штук замерзли. А сейчас мы пойдем в сарай. И, кстати, вот пекинской капусте вообще ничего не сделалось. Замечательная такая капуста. Сейчас мы пойдем в сарай, где у меня бройлеры. Вот эти вот бройлеры у нас вылупились 14-15 апреля. Вот 14 июня им будет 2 месяца. Идет полный у нас, полным ходом забой. Убираем мы бройлеров. Сейчас я покажу, уже тушки разделаны. Вот такая тушка бройлера у нас получается. Весом они 2200. Вот в полтора месяца. Здесь вот у меня уже готовы продажи. А мы сейчас взвесим вот этого, который у меня еще не в мешочке. Так, вот я его упаковала в пакет. Включаем весы. И сейчас мы кладем его сюда. Вот 2147. Вот 2140. Продаем мы по 180 рублей за килограмм. Вот выходит на 365 рублей. Ну что ж, у меня вот еще один тут на подходе. Сейчас его доделаю. А вам покажу маленьких у нас вылупились 3 июня следующий состав бройлеров. Сейчас вам их покажу. Вот они, наши трехдневные цыпки. Сейчас вот мы пропоем их левомицетином 3 дня и отправим в сарай. Сейчас тепло, лето, им там будет прекрасно. Вот из таких малюток вырастают за полтора месяца большие и очень вкусные курочки. Вот один какой-то у нас тут вот видно со сломанной лапкой. Похоже, его придется убрать, потому что сейчас он доползает до кормушки, а потом ему будет очень тяжело. Ну, посмотрим. У нас был один такой, и вот он за месяц нисколько так не вырос. Такой очень-очень маленький был, на 800 грамм. Вот. Сейчас они такие вот шустренькие, а через месяц уже будут толстухи такие. Вот. Ну, на этом я заканчиваю. С вами была Юля на канале Сельская жизнь. Подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. До новых встреч. Всем пока.